Береговая линия и дно прибрежных акваторий завалены мусором. Обсудить проблему за круглый стол сели школьники и педагоги. Задача – найти способ избавиться от морского мусора. Этому свою работу посвятил приморский экологический проект «Океан без границ». Со дна морских бухт и береговой линии школьники вывозят тонны мусора. Отмечают, что за последний год наметилась новая тенденция загрязнения пластика. Труд самых активных последователей экологического просвещения – организаторы отметили и вручили призы. Когда мы начинали проект, вообще оказалось, что эта проблема в принципе не существует. Здесь только проблема несанкционированных свалок, которые на морях моря будут сворачиваться. На самом деле проблема шире намного. Проблема не то, что это только свалки, которые мы только когда приезжаем на побережье, мы видим, что это неблагоприятный вид, и нам просто неприятно. На самом деле проблема морского мусора, она не только в этом. Проблема морского мусора, она глобальна. Мы не просто очищаем побережье, собираем мусор, но и прежде всего приобретаем еще и дополнительные знания, потому какие виды мусора морского бывают. Дети учатся различать, посортировать их, далее взвешиванием занимаемся, описанием. То есть это очень большой и достаточно трудоемкий процесс. Это только на первый взгляд кажется, что там делать нечего. На самом деле для детей это очень важный труд.